Гала-концерт National Singer 2019. Боже, ребятушки, как же я с вами соскучился уже больше недели. Мы с вами не обсуждали конкурсантов национального певца. И вот, наконец-то, новинка. Погнали! Всем здравствуйте, добрый день, добрый вечер, Барабзес, и вообще у меня отличное настроение, наконец-то я с вами, не снимая ролики неделю о национальном певце, такое ощущение, вроде бы прошла целая вечность, и вот я врываюсь на YouTube к вам, на своем ютубовском коне, у нас уже создалась целая каста, кто смотрит и анализирует вместе со мной выступление участников National Singer, на очереди наших реакций гала-концерт участников, так что будем разбирать с вами подробно, кто же из них самый-самый-самый-самый. И первая участница, с которой мы начнем, моя фаворитка, я этого не скрываю, это Анна Григорян. Что же приготовила нам исполнительница? Смотрим. Хороший виджейнг сцены, это у нас задние экраны. Мне нравится то, как подбирать ей песни, какие исполнять, потому что она всегда в выигрышном свете. И вот что-то медленное, лирическое. Молодцы, раскрывают девочку с новой стороны. Внешний вид тоже очень хороший, стилисты постарались. Посмотрите, жюри нравится, Сивак вообще балдеет. Но мне чего-то не хватает здесь. Вроде бы все атмосферно, но что-то отсутствует. Хоть убейте меня, но безумно Анна Григорян похожа на сцене с Шер Ллойд. Кто не знает, это британская певица, победительница или финалистка одного сезона британского шоу X-Factor. Обязательно посмотрите и поймете, почему я их так сравниваю. Мне нравится то, что она начала взаимодействовать с членами жюри. Ой, красивый ход был. Ну правда же. Очень повеселило все, смотрите. Ой, этот легкий флирт. Ну красиво разрулили историю под конец. Молодцы.
Песня неплохая, но все-таки не раскрывающая максимально потенциал вокальных способностей. Но в то же время мы знаем потенциал способностей нашей хрупкой Анны. Поэтому, в принципе, песенка неплохая. Очень хорошо взаимодействовала со зрителями, с членами жюри. Очень прикольный ход, подарив Сиваку в конце цветочек. В общем, как-то это было все так наивно, ванильно, где-то по-детски, что в целом вызывает, в принципе, хорошее ощущение. Но сегодня с уверенностью я могу сказать, увы, к сожалению, Анна не победитель. Есть вокалисты и есть участники сильнее в разы, но не будем забывать, что девушке только 16 лет, у нее все впереди. Я думаю, где-то к 25 годам это будет такая махина, это будет такой крутой артист, что просто берегитесь все. В общем, в целом неплохо, я поставлю 8 из 10. Вы поставьте тоже свою оценку, как вам это выступление, кто вообще ваш фаворит. Напишите, пожалуйста. С вами был Богдан, мой музыкальный канал Беспала Мьюзик. Не забудь подписаться, стать частью моей интернет-семьи, и мы вместе покорим все возможные музыкальное пространство Ютуба. Я не прощаюсь, а желаю отличного настроения. Совсем скоро дальше новые реакции на очередных участников гала-концерта National Singer. До скорой встречи, ребят, на моем канале. Русский взгляд.